Здравствуйте. Некоммерческое акционерное общество Карагандинский технический университет имени Абылкас Сагинова. Для образовательной программы производства строительных материалов, изделий и конструкций. Архитектурно-строительный факультет. Кафедра строительные материалы и технологии. Дисциплина технология бетона. Слайд-лекция на тему «Свойства бетона». Читает преподаватель Абишева Алина Сериковна. План занятия. В прошлый раз мы с вами прошли четвертую тему – реологические свойства бетонной смеси и способы ее оценки. Сегодня мы пройдем пятую и последнюю тему – основные свойства бетона. Цель занятия – сформировать представление о бетонах и его свойствах. Узнать о добавках, позволяющих регулировать свойства бетонной смеси. Свойства бетона. Классификация свойств бетона. Свойства бетона классифицируются на физические и механические. Физические свойства подразделяются на параметры состояния, плотность и пористость, гидрофизические свойства, водопоглощение, водонасыщение, водопроницаемость, теплофизические свойства, теплопроводность, теплоемкость, температурное расширение. Водопоглощение характеризует способность материала впитывать и удерживать в порах, пустотах, влагу при непосредственном контакте с водой. Водопоглощение можно определять следующими способами. Погружением испытуемого образца в воду, кипячением образца с водой. Метод кипячения образцов применяется в случае, когда это предусмотрено стандартными, на сборные бетонные и железобетонные изделия. Для определения водопоглощения способом кипячения образцы кипятят в сосуде с водой. Объем воды должен не менее чем в 2 раза превышать объем установленных в нем образцов. Уровень воды в сосуде должен быть выше поверхности образцов, не менее чем на 50 мм. После каждые 4 часа кипячение образцы охлаждает в воде до температуры 20-25 градусов по Цельсию. Обтирает влажной отжатой тканью и взвешивает. Водостойкостью называется способность материалов сохранять прочность в насыщенном водой состоянии. Она характеризуется коэффициентом размягчения, представляющим собой отношение его прочности в насыщенном водой состоянии к прочности в сухом состоянии. Коэффициент размягчения вычисляется по формуле. Испытание осуществляется на гидравлическом тонном прессе, пятитонном прессе. Перед каждым испытанием определяется площадь образца, фиксируется разрушающая нагрузка и вычисляется предел прочности при сжатии в мегапаскалях с погрешностью 0,1 мегапаскаля. Далее по формуле, приведенной выше, рассчитывают коэффициент размягчения. Вот и непроницаемость бетона. Это способность бетона не пропускать через себя воду под давлением. Методы повышения непроницаемости бетона. При приготовлении бетона, введение органических и гидрофобных добавок, добавки типа ГКЖ, ПАВ,
Водорастворимые смолы, битумные эмульсии. Введение неорганических добавок. Хлорное железо, алюминат натрия, жидкое стекло. Введение загустевающих веществ или термопластичных полимеров. Тонкомолотые порошки полимеров. Для затвердевшего бетона после изготовления пропитка специальными веществами. Гидрофобизация поверхностных слоев. Покрытие специальными пленкообразующими составами. Пропитка мономерами с последующей полимеризацией. Механические свойства делятся на прочностные, деформативные и эксплуатационные. Прочностные – прочность бетона при сжатии, при растяжении на изгиб. Динамическая прочность. Деформативные, упругие и пластические деформации бетона под нагрузкой. Начальный модуль упругости и модуль деформации. Ползучесть бетона, предельная сжимаемость и растяжимость бетона. Эксплуатационные. Морозостойкость, огнестойкость, жаростойкость, стойкость бетона в агрессивных средах, радиационная стойкость бетона. Прочностные свойства. Кубиковая прочность, временное сопротивление бетонных кубов сжатию. Призменная прочность, временное сопротивление бетонных призм сжатию. Прочность на осевое растяжение. Схема испытания образцов. А. Испытание на осевое растяжение образца в форме гантели. Б. Испытание цилиндрического образца на раскалывание. В. Испытание бетонной балки на изгиб. Деформативные свойства. Деформации делятся на силовые и несиловые. Силовые проявляются под воздействием внешних сил. Несиловые проявляются под влиянием внешних воздействий. Теплофизические свойства. Теплопроводность, теплоемкость, температурное расширение. Теплофизические свойства материала, ограждающих конструкций, определяют тепловую защиту зданий. Теплофизические свойства несущих конструкций, их поведение при пожаре и при воздействии других факторов. Эти свойства учитываются при проектировании производства изделий и конструкций на заводах сборного железобетона, при зимнем бетонировании и при ряде других технологических расчетов. Теплопроводностью называют свойство материала передавать тепло от одной поверхности к другой. Теплопроводность материала характеризуется количеством теплоты в джоулях, который способен передать материал через один метр квадратный поверхности при разности температур в 1 градус по Цельсию в течение 1 секунды. Структура бетона включает твердую фазу,
и систему воздушных или водяных форм. Теплопроводность воздуха равна 0,23 Вт на метр, умноженный на градус по Цельсию, что во многом раз меньше теплопроводности твердой фазы. Поэтому чем больше воздушная пористость бетона или ниже его плотность, тем меньше его теплопроводность. Перед вами представлены контрольные задания для СРС. А также список использованной литературы. Сегодня у нас завершающая лекция. На этом занятие завершено. До свидания.